Всем привет, с вами Трэкстерино, это самые быстрые гайды по Mobile Legends, и в этом выпуске у нас Леоморд. Посмотрите на своего парня и на Леоморда. На своего парня и снова на Леоморда. Да, он на коне. Но в данный момент возле коня не важно. Для Ланселота Леоморд это сын маминой подруги. Постоянно ему рассказывают, как у него дела, какие волосы у него красивые, какое оружие мощное. Вот коня недавно в кредит взял, катает девок по землям рассвета. Скоро вот у тети Валира внуки будут, а ты сидишь тут как сыч. Господи, как же меня задрали герои с двумя формами. У Леоморда есть две формы, короче. Одна на коне, а вторая пешком. Тут еще и президент сообщил о повышении цен на корм для лошадей, поэтому Леоморду иногда нужно и пешком походить. При помощи первого скилла Леоморд, соответственно, атакует своим мощным оружием вперед. Атакует он не сразу, и у него есть время зарядки. Во время этой зарядки противники в области действия будут замедлены, а сам Леоморд получит щит. После того, как зарядка закончится, Леоморд нанесет наибольший возможный урон. Также этот скилл можно отпустить чуть раньше. При помощи второго скилла Леоморд совершает рывок и... все. Замедляет. Наносит урон. Круто. Классно. При помощи ульты Леоморд вызывает свое средство передвижения. Коняка сбивает всех врагов на своем пути. И если контактирует с Леомордом, то происходит стыковка. На коне обычные базовые атаки Леоморда превращаются в кругообразные. Также он может использовать их в движении. Также, соответственно, повышается скорость движения и очки защиты, магической и физической, на 30 единиц. Первый скилл Леоморда на коне — это, соответственно, прыжок коняки вперед, который вызывает шипы из-под земли, которые наносят урон и замедляют. Короче, Леоморд понтуется пневмоподвеской своего средства передвижения. Второй скилл на коне очень похож на второй скилл без коня, но в отличие от второго, перемещает врагов, которых задевает, а также урон наносит. Ну и пассивный скилл. Когда у цели Леоморда меньше 30% хп, он начинает постоянно критовать. Как играть? Получаете зарплату на заводе, заправляете свою ласточку, едете кататься, устраиваете лютое автопати. Какие эмблемы выбрать? Ну я лично рекомендую эмблему убийцы с монеточками, либо эмблемы бойца, стакаемые на вампиризм от скиллов. Какой навык выбрать? Ну, либо щиточек, либо вспышечку, на ваше усмотрение. Ну и вообще, в последнее время вижу, как на многих героях практикуют спринт. Можете присмотреться и к нему. Сэмпай, notice me. Я дурак. Что покупать? Вот вам три сборки на выбор. Первая, вторая и третья. Вот. А на этом был весь Леоморд. Спасибо за 4500 подписчиков, ребят, поэтому кто не подписан, подпишитесь, поставьте лайк, пожалуйста, в правом верхнем углу. Также не забудьте проголосовать за следующего героя для гайда. С вами был Трэкстерино, он же Трактор. Всем пока!